Привет, ребята. Это исследователь. Я снимал уже этот дом, говорил, что капитальный ремонт делают. Я уверен, что это в бумажках оформляют вам как капитальный ремонт, но это туфта какая-то. Вот плита. Видите, штукатуркой стенку просто обмазали. Надеюсь, это влагостойкая, более-менее нормальная, но она очень тонкая. Штукатурка неровная такая. И швы промазали мастикой, и цемент, я не знаю, выковырили или нет. Ну, надеюсь, что да. Окошки, ну, вроде помененные окошки. Может быть, оплатили, это, в общем-то, неплохо, но, наверное, когда окошки пихают, самые тонкие ставят, 7 сантиметров, они однокамерные, они очень много тепла выпускают. Я не знаю, какой толщины, но должно быть где-то 10 сама рама, либо толще, и двухкамерная где-то 1,2 сантиметра, либо 2,2 сантиметра. Так что вас обманывают. А, и трубы, конечно, должны быть поменены не на пластиковые, а на качественные, лучше металлопластиковые. Но отопление, я имею в виду, на холодную можно поставить и качественный пластик. Но наверняка вас обманывают. Этому дому около 50 лет. И такой вот штукатуркой сверху помазать можно было сделать через 10 лет, а не через 50. Конечно, можно было бы порадоваться, что что-то сделали, но тут, мне кажется, все-таки просто вас обманывают. Эти квартплаты, которые вас брали, уже два должны было быть таких капитальных ремонта сделано через 25 лет и еще 25. Два раза трубы поменять, электропроводку, заземление провести. Я не знаю, здесь проведено, наверняка нет. То есть полностью все коммуникации должны были быть заменены. Подвалы все сухие должны быть. Тогда бы что-то похожее можно было считать на капитальный ремонт. Эту штукатуркой обмазать, ну это, конечно, смешно снаружи, потому что здесь плитка, снаружи плитка. Это уже конечная облицовка, плитку сверху штукатуркой не мажут, как я понимаю. А чтобы она не слетела, видите, сеточка приклеена. Ну хорошо, молодцы. Только не вижу в этом смысла никакого. Насколько коэффициент увеличился сбережения тепла? Да не насколько. Сантиметра нет штукатурки даже, просто для видимости. А скажут вам, что на этой страчено миллиарды явно. Но это не самый старый дом, которого я стою. Вот так. Вот шов. Блин, он еще не... Только снаружи тоненьким промазан. Залет. Интересную штуку. Надеюсь, вы заметили. То есть снаружи. Фокус-то где? Снаружи. Сантиметра 2-3. Весь шов. Стенка внешняя 15 или 30 сантиметров. Может 20. У меня 30 внешняя. Межкомнатная 15.
Вот так вот туфтово сделано. Так что вот, ребята, это просто херня, разводочек. Вот здесь видите, замазано, но на самом деле только снаружи, я уверен. Ну как бы, снизу просто подмазано, а вглубь не замазано цементом, поэтому и тепло уходит, и считается, и может вылететь этот кусочек. В общем, херня полная. Ну ладно, заканчиваю ролик. Сам не люблю длинные ролики. Всем пока.